Тем временем пожертвования миссионеров намерены контролировать в Казахстане, причем в их число входят и электронные транзакции. Нововведения предусмотрены в законопроекте по вопросам борьбы с финансированием терроризма. Сегодня в Мажилисе документ представил министр финансов Алихан Смаилов. Он-то и рассказал, что именно благотворительные и религиозные организации считаются уязвимыми в террористическом отношении. О том, почему под шквал критики парламентариев попал глава Минфина и кто из представителей силовых структур решил отмолчаться при обсуждении столь важного вопроса, расскажет Улпан Бегалина. Всегда серьезный и сосредоточенный министр финансов Алихан Смаилов сегодня был особенно собран, будто предчувствуя, что вскоре попадет под критику депутатов. Откровенное возмущение у парламентариев вызвали данные, которые привела их коллега Татьяна Яковлева. По ее сведениям, из 10 тысяч социальных объектов больше 3000 не соответствуют антитеррористическим требованиям. Главная причина – нехватка денег. И именно с этого момента все шишки полетели на главу Минфина. 35% из этих объектов с 10 тысяч не финансируется. Что за объекты? Они финансируются, Назар Ильич, финансируются. Но администраторы, как всегда, когда работа идет, скажем, ненадлежащим образом, ссылаются на недостаток финансирования. Хотя на самом деле администраторы сами выбирают приоритеты в своей работе. Им доводится лимит, затем они сами заявляют, какие суммы, на какие направления им надо направить, поскольку они являются компетентными, ответственными уполномоченными органами в своих сферах. Наша же задача, Министерства финансов, эти расчеты перепроверить, чтобы не было необоснованных расходов. Поэтому мы осуществляем финансирование в рамках бюджетных заявок, Владимир Ильич. Но такой ответ спикера Мажилиса не устроил. Нурлан Нигматуллин не мог разобраться, кто ответственен за обеспечение антитеррористической безопасности. Ну, может быть, не совсем ответственно подходит руководитель государственного органа. Кто за этим следит? Кто-то с него спросить должен и указать. Интересно, что ответственные госорганы решили просто отмолчаться. К примеру, заместитель главы штаба антитеррористического центра КМБ и вовсе решил уйти от вопросов журналистов. Вы извините, не ко мне вопрос. Вы чуть-чуть. Я вопросами не это. Вопрос не к Матулину. Сколько камер в нашем? Нет, антитеррористическая защита у вас. Ну вы же спикеру отвечали, почему вы от прессы уходите? Но Герман Диденко не смог уйти от штурма журналистов. Он рассказал, что список требований антитеррористической защиты включает 10 систем безопасности. Деньги не очень большие. В среднем мы высчитывали первичная стартовая, так сказать, цена где-то 1,5–2 миллиона, до 11 миллионов в целом 10 систем безопасности. И обеспечение, это минимальный набор, это охрана, на входе должен парапет стоять, все остальное, это минимальный набор. Ну да, и потом, соответственно, вы же охране должны регулярно платить. Между тем, в законопроекте религиозные и благотворительные организации отнесли к группе риска по финансированию терроризма. При этом министр финансов Алихан Смаилов рассказал, что все переводы в некоммерческих организациях будут строго отслеживаться. Кроме того, они должны иметь лицензию на соответствующую деятельность. В случае отсутствия разрешения будут применяться санкции. Субъекты финансового мониторинга, те, которые подвержены, значит, риску финансирования терроризм и так далее. И теперь отмывание денег и так далее. Теперь нормой этого закона предоставляется право комитету финмониторинга накладывать на них административные штрафы, к административной ответственности привлекать, если они не выполняют нормы закона по уведомлению о начале своей деятельности. Отмечу, что новеллы законопроекта направлены на защиту некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма. Улпан Бегалина, Тимирлан Нуртаза, телеканал «Атамекен Бизнес».